20 февраля в здании городской администрации прошла 20-я очередная сессия Десногорского городского совета. Один из вопросов заседания был об увеличении коммунальных тарифов. Ранее такое предложение поступило от ЦС «Сервис». Инициатива касалась платежей за содержание жилого помещения по договорам социального и коммерческого наймов. Было сделано заключение отдела экономики и инвестиций о том, что предложено увеличить на 3,6%, так как на индекс дефлятора. Вопрос вызвал дискуссии на прошедших заседаниях депутатских комиссий. Были оценены все аргументы и риски такого решения как для горожан, так и для управляющей компании. Также была проведена аналитика муниципальных тарифов других регионов области. Тариф Десногорска на фоне других городов Смоленщины пока не является оптимальным. В ходе долгой дискуссии было предложено депутатами «Единой России», которые присутствовали в работе комиссии, данный тариф не поднимать, оставить на прежнем уровне. Голосованием депутатов проект решения о повышении тарифа был отклонен. Плата осталась на прежнем уровне – 23,15 рублей за квадратный метр. Это текущий действующий тариф за содержание жилого помещения.